Что? Лукас. Всем пукас, с вами Лукас. Вот это поворот! Привет! Рад снова видеть вас у меня на канале. На этот раз речь в ролике пойдет у нас о всех самых горячих новостях мира Fortnite. А именно, поговорим мы о новом наборе скинов легенд, о новом предмете преобразователе бурь, а также о глазе, который находится у нас на полярном пике. Так что присаживайся поудобней, наливай чаек и наслаждайся. А я хотел бы поблагодарить тех, кто поддерживает меня как автора и вводит в мой тег автора Лукас Дядя. Ведь именно благодаря вашей поддержке я могу делать для вас розыгрыши и жить. Спасибо вам. Кстати, розыгрыш будет спрятан в видео, поэтому смотри до конца и слушай внимательно. Он очень жирный. Ну, пожалуй, хватит трандеть. Погнали ролик смотреть. Так вот. Все вы должны помнить, что в Fortnite существует пак скинов под названием Легенды, которые добавляют с 7 сезона и дают кодовые названия, подходящие тематике каждого сезона, как это было с набором ледяными легендами 7 сезона и лавовыми легендами 8 сезона. Ледяные легенды назвали так, потому что вся тематика 7 сезона была прямо связана со льдом, снегом и холодом. То же самое и с лавовым набором, который вышел в 8 сезоне, ведь появился вулкан, а также режим пол – это лава. Ну а так как сейчас в 9 сезоне у нас с вами тематика будущего и всюду имеются упоминания Нео, есть повод полагать, что новый набор легенд будет называться Нео-легенды, либо Новые легенды. Вдобавок, на западном форуме Reddit в топе сейчас находится топик с обсуждением концепта нового набора, и вот самый крутой вариант, который там есть. В таком неоновом стиле скины выглядят действительно круто, и я был бы рад, если бы набор вышел похожим на эти концепты. Ребят, напишите в комментарии, а есть ли у вас хоть один набор легенд, ледяных или лавовых, и будете ли вы покупать набор 9 сезона. А также поспешу вас обрадовать, я решил разыграть два новых набора легенд для вас, как только они выйдут. А все, что вам нужно сделать, чтобы поучаствовать в розыгрыше, это быть подписанными на этот канал, поставить лайк на это видео, а также написать в комментарии ваш ник в Fortnite и количество лайков на момент просмотра вами данного видеоролика. Ну, можете также добавить ссылку на соцсеть, чтобы я мог с вами связаться легче. Результаты будут, как только выйдет этот набор, при условии, что вы наберете на видео 3000 лайков. Все просто. А теперь давайте, пожалуй, затронем интересную тему. А именно новый предмет, который уже, скорее всего, появился в игре. Но делал я это видео заранее, поэтому напишите после просмотра в комментарии, правильно ли моя теория о нем. А говорим мы о преобразователе бури, который красуется у нас на данный момент в новостях Fortnite. Мы видим, что это черная баночка, а описание ее гласит, что вы можете освободить бурю или же укротить ее. Выбор за вами. Исходя из этого, я могу сделать довольно банальное предположение. Я думаю, что используя эту бутыль, можно будет либо выпить ее, полностью обезопасив себя от бури, на несколько секунд спокойно бегать вне зоны и не получать урон. Да, это будет имбово в конце каждого матча, где буря также приносит всем проблем, как и враги. А также, возможно, баночку с преобразователем бури можно будет кинуть куда-то, и на том месте, куда она упадет и разобьется, скорее всего на несколько секунд возникнет буря, наносящая, допустим, по 10 единиц урона. В общем, похожий эффект на бомбу Ваню, только с другим названием и внешним видом. Я считаю, это самые логичные варианты. И было бы интересно посмотреть, что можно будет с этим сделать. Ну а что касается предстоящего ивента, ребят, я могу высказать вам мою теорию. Она неправдоподобна, но интересна. Мне кажется, что вся эта движуха с полярным пиком, глыбой льда и глазом напоминает мне старые фильмы про ледниковые периоды, когда звери вмерзали во льды. Так вот, я думаю, что зверь в полярном пике вмерз туда задолго до того, как приплыл пик к нам и воткнулся в остров, и задолго до владыки льда. Хотя, возможно, владыка льда сдерживал его и своими силами, кто знает. Но я думаю, что это, возможно, зверь наподобие саблезубого тигра тех времен, огромный и кровожадный, замерзший во льду.
Но так как после того, как Пик врезался в остров, прошло очень много лет, ведь 9 сезон это новая эпоха, это будущее, то Пик начал раскалываться и таять, и тот самый зверь ледникового периода может вырваться на свободу. Но я не хочу гадать, и как некоторые, не собираюсь обманывать людей и каждый день подрубать стримы и делать байтовые ролики, мол, сейчас точно вылезет уже по 10 раз в неделю. Когда ивент действительно будет, эпики нас предупредят, как и всегда. Да, предупреждали. И я точно вместе с вами буду следить за этим событием. Поэтому советую подписаться и поставить колокол, чтобы не пропустить новые интересные видео и розыгрыши. И всегда быть в курсе всех самых интересных новостей мира Fortnite. Ну а с вами, как всегда, был я, дядя Лукас. Всем огромное спасибо за просмотр и до скорых встреч в новых видео. Adios, amigos. Yeah.